друзья! Всем большой привет! Сегодня мы поговорим о совершенно новом Кодиаке, который по всем своим характеристикам обещает стать еще более успешным, чем первая генерация, выпускаемая с 2016 года. Стоит напомнить, что предыдущая версия стала одной из самых продаваемых моделей в линейке чешского бренда. За все время было продано около 850 тысяч единиц, поэтому к обновлению такого популярного внедорожника подошли весьма серьезно, чтобы сохранить все преимущества уходящей модели, но при этом улучшить их по всем направлениям. Если говорить о его дизайне, то он во многом похож на первое поколение, но выполнен в более современном стиле. Такое решение, безусловно, поможет модели сохранить своих актуальных клиентов. А вот новый интерьер, наоборот, сможет привлечь новых, ведь выглядит он действительно очень современно и солидно. К тому же кроссовер немного прибавил в размерах, а это значит, что внутри будет еще более комфортно и просторно. Переходя к моторной части, сразу стоит сказать, что кроссовер получает расширенный диапазон силовых агрегатов. Теперь будет доступно два бензиновых и два дизельных двигателя разной мощности и даже плагин гибридная версия с отдачей в 204 лошадиные силы, которая сможет проехать на электричестве более 100 км. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!